мероприятие создано для того, чтобы пригласить все отели, которые у нас в нетворке, и в одном месте собрать всех тех наших клиентов, для кого эти отели важны с точки зрения бизнеса. То есть у них есть потребность в Нижнем Новгороде, в Киеве, в конце концов, в Санкт-Петербурге, в Омске. То есть это крупные корпорации или турагентства, у которых возникают запросы, и эти направления востребованы. Вместо того, чтобы идти к ним один за другим, мы немножко другой формат, более, наверное, праздничный, более такой, наверное, менее формальный, организовали для того, чтобы в одном месте они сразу же смогли увидеть и встретиться со всеми отелями, которыми им интересно. Это очень удобный формат, и он очень работоспособный, и он очень понравился в прошлом году нашим партнерам. А в этом году еще прибавили некоторые отели, которым интересно российский бизнес. Будь он чисто бизнес или отдых. Я вижу гостиницы из Чехии здесь. У нас новые отели тоже открылись. Если считать этот небольшой отель на 700 номеров, у нас в Баку направление открывается. То есть у нас тоже новые отели открываются, и им тоже интересно, поскольку все-таки основной поток клиентов — это все-таки москвичи или московские крупные компании. Надо понимать, что у нас тоже крупный центральный отдел продаж, который координирует все это, который координирует действия, маркетинговые акции, продажные акции. Акции по продажам, по продвижению отеля. Но тем не менее, конечно, это повод тоже всех собрать и объединить их в одно целое, чтобы они тоже почувствовали, что они принадлежат, в конце концов, Аккорд-отель, а не какой-то они бедный маленький отель сидит в Омске и там живет своей жизнью. Нет, они сейчас огромные корпорации, сильные корпорации, и мы им помогаем именно продвигаться на рынке. Сегодня мы на присутствуем с вами на мероприятии, которое мы называем Accor Hotels Showcase. Это мероприятие, которое мы в России проводим в таком формате второй раз. Первый раз был в прошлом году, в этом году это второй раз, но мы надеемся и уже называем это мероприятие ежегодно. Надеемся, что таким оно и будет, мы его будем проводить каждый год. Практически здесь представлены большая часть отелей нашей сети в нашем регионе. Наш регион, помимо России, входит все страны СНГ, Грузия, и кроме того, сегодня здесь еще присутствует наш коллеги из Восточной Европы, которые представляют Польшу, Чехию, Венгрию, а также Балтийские страны. Страны Балтии, они в нашей внутренней классификации относятся к Восточной Европе. Наша сеть очень быстро развивается в нашем регионе. Наверное, по темпам развития среди всех крупных гостиничных сетей мы находимся на первом месте. Чем интересен проект для нас? Мы открываем первый бизнес-баджет в России. Это пилотный проект. Продукт чрезвычайно востребованный в Европе, но в России его еще нет. Поэтому мы испытываем особую гордость, что вот именно этот отель впервые появится в Москве именно у нас. Если говорить об этом мероприятии, то для нас это на этапе открытия очень важное мероприятие. И Accor Showcase дает нам возможность сейчас до открытия встретиться с нашими потенциальными партнерами, с нашими клиентами любимыми, которых мы знаем, естественно, и по предыдущей работе, и очень рады будем видеть их в наших новых отелях. Открытие у нас планируется на июнь, и, соответственно, мы сейчас ведем очень активную работу по информированию о нашем отеле, по встречам с клиентами, и это для нас важный момент.